она очень красивая женщина. Я когда ее первый раз увидел, я сразу понял, что это моя женщина, потому что я на нее посмотрел и сказал, что вот она должна выглядеть именно так. Я люблю, когда Ольга улыбается. У нее очень-очень красивая улыбка. Я ее называю голливудская улыбка. Когда мы вместе, мы можем заниматься абсолютно чем угодно. Оля может сидеть, читать. Я могу сидеть рядом, и нам все равно хорошо. Абсолютно неважно, чем мы занимаемся. Нам всегда хорошо и интересно друг с другом. Когда я понял, что это так, то я понял, что Ольга это моя женщина, и что я хочу на ней жениться.